Перед началом данного видеоролика я хотел бы вам разыграть 200 голды. Почему 200, а не 100, как обычно? Потому что благодаря Максиму Кубикову, который мне подарил крутой аккаунт, за что ему большое спасибо, у меня, ребят, теперь больше голды. Поэтому я разыграю вам 200 голды, и чтобы ее получить, вам надо поставить лайк, подписаться на мой канал и написать хороший комментарий плюс ваш ID. И самое главное, вам надо посмотреть видео от начала до конца без перемоток. Ну что же, а мы идем дальше. Приветик всем, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня мы будем играть в очень крутой и опупейный режим под названием «Найди пулю». В чем, ребята, суть данного режима? Я беру оружие, стреляю в какое-то рандомное место, и мои подписчики должны найти эту пулю. Ребят, вы все поняли условия? А ну покивайте головой. Так, вроде все поняли, да-да-да, все поняли, вижу. Так, ребят, а ну-ка отворачиваемся. А так, я сказал «отворачиваемся». Так, не подсматривать. Кто будет подсматривать, того сразу забаню. И, ребята, я уже нашел подходящее место, и прямо там я запрячу мою долгожданную пулю. И кто ее найдет, тот будет молодцом. А кто ее не найдет, тот будет не молодцом. Так, ребят. Опа! 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 И буквально, ребята, спустя, сколько, секунд, наверное, 30, Кента пока уже запрятал пулю. Ребят, место очень сложное, но я уверен, что мои подписчики очень умные, и они смогут все найти. Так, ну что, ребят, разворачиваемся. Так, пацаны, разворачиваемся. На счет 3 начинайте искать. Кто первый найдет, пишите в чат, я нашел. Раз, два, три, поехали, кабанчика, дайте, ой-ой-ой. Кажись, это будет весело. Ну чё, ребят, давайте, ищите активненько, ищем пулю. Давайте. Ой-ой-ой, кто-то... Ой, Файтмастер уже рядом, но не очень. Да ладно, Файтмастер, это я тебя обманул. Давайте, ребят, давайте, ищите. Кто же найдет первым? Мне прям интересно. И знаете, мне интересно, за какое время вы сможете найти. Так, уже... Ух ты, уже... Я уже 2 минуты снимаю видео. Но пока что никто ничего не нашел. Так, ребят, смотрим. Ух ты, тут парень в воздухе завис. Нормально, ребят, да, вот парень, смотрите. Дружище, наркотики это плохо. Эх вы, салаги! Я вам скажу по секрету, скажу по большому секрету, что уже кое-кто пробежал рядом с этой пулей. Ну, ой, пацаны, да, сложно, знаю. Парень пишет, я нашел. Так, смотрим. Ханди, ты где? Ханди, ты где? Где? Ханди пишет, я нашел. Так, давайте, ребят, проверим. Чё он там нашел? А, не нашел? Я понял. Не, Ханди не нашел. Ханди нас обманул. Ханди, обманывать нехорошо. Половина команды пробежала рядом с этой пулей. Савчик пишет, я нашел. А где? Савчик, ты где? Скажи мне. Где пуля? Где? А ну-ка, ребят, смотрим. Савчик пишет, я нашел. Ты где? Савчик. Это не моя пуля! Я в шоке. Это не моя пуля, это кто-то из вас поставил, ребят. Ха-ха. Вот это, конечно, да. У нас есть какой-то говнюк, который поставил пулю. Ребят, ну нельзя так делать, это не моя пуля. Ищем дальше. Это, короче, поставил какой-то говнюк. Но это, я вам клянусь, это не я. Подписчики на видео смотрели и видели, это был не я. Жалко, что нету режима, типа, чтобы все были с ножом, один я с оружием. Ой, парень пишет, подписчики, напишите в комментариях, где пуля. Да, ребят, правда, вы из будущего пишете в прошлое. Напишите, где пуля, вы уже знаете. Так, ребят, ищем дальше. Давайте. Да, кстати, ребят, самое-самое главное. Тут Файтмастер пишет дело. Ребят, если мы наберем много лайков... Много лайков, это примерно 2000. Если мы, ребят, наберем 2000 лайков, то я сниму продолжение. Фух, так, ребят, ну чё-то вы так долго ищете, что я просто не могу. Вот это фейковая пуля. Вот это, вот кто это поставил, вот я не понимаю таких людей. Ребят, бегайте все только с ножом. Кен, подойди ко мне, пишет Ханди. Ханди, а вы где? Так, тут надеюсь, пуль никто не поставил? Нет, никто пулю. Иди на базу синих. Так, Ханди, походу, нашел ее или нет? Ханди, так, давай. Давай, Ханди. Ну? Мать моя женщина, это кто поставил?
Рука, лицо, опять 25. Вот как с вами можно снимать видео по-нормальному? Вот подписчики, вот как называть... Вот давайте так, я никого оскорблять не хочу, но подписчики, напишите, как называются те люди, которые портят мне видео и ставят фейковые пули? Вот просто напишите в комментариях, как вы считаете. Так, ребят, давайте. Так, я только что пробежал рядом с пулей. До сих пор никто не нашел. Я, ребят, честно говоря, думал, что будет 2 раунда. Но, по всей видимости, будет всего лишь 1 раунд, потому что мы уже ищем довольно-таки долго. У меня видео снимается уже 5 минут с половиной. Так, мужики, давайте пулю ищем, алло! Так, что это вы разленились тут? Давайте активненько ищем пулю. Давайте. Дай подсказку. Окей, ребят, все ко мне, все на Б, даю подсказку. Все на Б, быстрее. Быстрее. Пуля в радиусе примерно 15 блоков. Вот, или 15 шагов. Вот где-то тут в радиусе 15 шагов пуля. Давайте, ребят, ищите. Вот прямо вот где-то тут рядышком. Я даже скажу так, что некоторые прям были в упор возле нее, но не заметили. Так, ребят, давайте активненько ищем. Ну. Кто же найдет первым? Кто же будет нашим победителем? Чуть пока что никто не может найти, да? Ребят, активненько ищем. Так. Ханди, братан, иди ко мне. Просто, ребят, мы нашли победителя. Пуля была именно в этом месте. Ханди, красавчик, просто не знаю, держи пятюню. Хотя не... Опа! Это пятюня от кента была. Просто, братан, лучший. Ты нашел пулю. Да. Ты нашел пулю. Я тебя с этим поздравляю. Давайте лайк, подписочку, комментарий. И, короче, все дела. Все, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Большое спасибо вам за участие. Ну, а с вами был ваш Кент АПК. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.